На улице Менделеева в Уфе водитель «Газели» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась до приезда кареты скорой помощи. Несчастный случай произошел в зоне погрузки Гурьевского рынка. За рулем автомобиля находился 44-летний уфимец. По одной из версий, он, двигаясь задним ходом, не заметил пешехода и наехал на него. В результате дорожной аварии женщина 73 лет скончалась на месте происшествия. На месте работают сотрудники полиции и другие специализированные службы.